Вот нашла молочные берега. Здесь такие ручейки, смотрите. Они такого цвета. Там был один, и вот еще второй. Видите? Прям как со сказки про молочные берега. Вот я вам еще сейчас покажу. Мостик. И с другой стороны, смотрите, какая. Тоненький ручеек. Как будто там очень много извести или чего-то насыпали. Ну, конечно, это не извести, это что-то полезное. Явно полезное. Кстати, мы пришли к ресторану главному. Походу, здесь начинается уже завтрак. Движ. Смотрите, какие ротонды здесь красивые. Я люблю, кстати, вчера мы здесь в одной из них завтракали. Уютно было. Круглый стол. Почему-то захотелось круглого стола. Свою семью в полном сборе. И вот за ним таким круглым столом выпить латте. Кстати, здесь готовят латте, представляете, как в кофейне стоишь. Ну, есть небольшая очередь, человек 3-4. Сейчас я вам покажу. Вон уже там девушка готовит латте. Очень вкусная, очень. Муж сказал по питанию, здесь 5-ку он им ставит по 5-бальной системе. Так ему все понравилось. Мужчины любят же покушать. Хоть он у меня и стройный. Смотрите, видите, аквапарк. И сразу же главный ресторан. Уже начинают звенеть тарелки, звенеть посуда. И всем приятного аппетита. Если интересно, я покажу, что я съем. Все-таки диетолог. Я себя здесь балую, честно. Я пью латте. Из баловства. И вчера съела, знаете, что я съела на ужин из десерта? Типа крем-брюле. Беру такая подожженная чаша, очень вкусная, красивая. Беру в руки, пробую. Оказалось, это просто такой молочный рисовый суп, молочная рисовая каша. Достаточно сладкая. Зачем просто столько сахара бабахнули, не знаю. Ее, видимо, просто подожгли, запекли вот вверх. Кажется, крем-брюле. Но я ее съела. Она была очень хороша, очень. Такая густая, прям детство напомнила. Просто я каши совсем не ем молочные. А здесь вот эти все вкусы. Почему-то хочется попробовать. Что-то где-то напоминает, что-то детство. Ой, смотрите, какая галерея картинная прям. Сейчас я вам поближе покажу. Здесь вчера я видела, проходят такие, как небольшие арт-уроки для детей. Боже, ну как такое можно не показать? И детки разноцветными красками, присыпками посыпают свои работы, которые они сделали. Я вчера муж спросил, говорит, а ты документ рисовал? Ну, конечно, нет. Я не перфекционист, я не художник. У меня картины такие, настроение мое. Хлоп. Такой, между Поллоком и Сальвадором Дали. Да, я, конечно, ищу себе. До таких кинев недалеко. Просто люблю картины настроения. Вот у меня есть настроение, люблю рисовать картину за один урок, ну, максимум два. Моя подружка перфекционист, она рисует одну картину, может быть, там 5-7 занятий. Ей хватает силы, воли, терпения вырисовывать каждую волосинку. Либо на животном, либо там на лице, каждую там точечку, пятнышко, честно, мне не хватает, у меня другое отношение. Ну ничего, мы все разные, почему бы нет. Yes. Музычка такая ненавязчивая, думаю, как же вас провести. Мы сейчас пойдем с вами через ресепшн, да? Либо немного завтрака вам. Сыры. Вот я выбрала, точно знаю, что это пресные. Ну, конечно, не все, я быстро пробегу. Еще много чего на уличке. Вот я, кстати, не буду. Я возьму себе банан на перекус. Этого хлеба умирает мой любчик.
Ну, я, кстати, помню, как хлеб, говорит, боже, как вкусно. Честно говоря, я пока не пробую, не хочу. Потому как стоит только начать. Зато я, знаете, чем грешу? Сейчас я вам расскажу. Я сыр поливаю апельсиновым вареньем. Ну, честно, ну, вкусно, блин. Я потом себе откажу, пока не могу. Так, подождите, это разве... И беру огромный бокал латте, смотрите. Почти скромно. Я ушла. Что тут еще есть? Какие шоколады, клубничные. Ладно. Вам ягодка клубничная. Блин. Диетолог. Ничего никто не видит, а мне выдадите он. Джем из ежевики. Ё-моё. Нет, 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 я пацан, я горжусь. Куча зелени, зелени, зелени. Так, а вот моя вкусняшка. Сейчас я вам покажу, что я выбрала. Честно покажу. Это вон мой бокальчик. Я заказала карамель латте. Хочу попробовать с сиропом. Видите, сколько-сколько молока. Много пены. И немножко кофе. Капучино совсем по-другому не делают. А латте мне понравилось. Очень шумно. Спасибо. Thanks a lot. Einen doppelten Espresso und einen Kaffee. А вот территория, заодно покажу уже, пока иду. Огромная. И сейчас моя порция выбранная. Честная. Омлетик с овощами, вкусняшка под латте. Вау. Это не омлет, но это не совсем.